я этот альманах вижу впервые. И, конечно, очень рад, что мои стихи опубликованы в этом юбилейном номере альманаха. Вот вижу, что он, конечно, объемный. И так я немного пролистал его. И вижу, тут собраны сильные, конечно, наши писатели и поэты из Луганской, в основном я хочу сказать, из Луганской Народной Республики. Я думаю, читателю будет интересно почитать этот юбилейный номер. И, конечно, хочу поблагодарить наших российских братьев, кровных братьев за финансовую помощь, которую они оказали в издании этого коллективного сборника альманаха. Спасибо вам. Я сам из Стаханова, родился в Стаханове Луганской области. 21 января того года Стаханов начали бомбить. Дочка живет здесь уже 10 лет. Она по новостям, мы ей не говорили, по новостям начала звонить, беременная сама, начала звонить, что приезжайте, иначе, если вас не будет, как я буду? Я лишусь ребенка. И вот мы поговорили, и пришлось приехать к ней сюда. Вот она должна была родить в конце апреля того года. Ну, а из-за того, что из-за стрессовых состояний родила 13 марта. Так что я стал законным дедом 13 марта. И, посмотрев на внучку, написал такие строки. Можно, я волнуюсь, поэтому сейчас.